Завтра, 26 июля, в Краснодаре временно прекратят подачу горячей воды. Ограничения затронут несколько районов краевого центра. Чтобы провести ремонтные работы, придется приостановить подачу газа в районную котельную, которая находится на улице Мира. В связи с этим будет отключено и горячее водоснабжение. Ограничения будут действовать с 9 часов утра до 5 вечера. Кроме того, горячей воды не будет и в некоторых домах Юбилейного и Славинского микрорайонов, а также в районе Рубероидного завода и первого отделения учхоза «Кубань».